В Махачкале выросла цена за проезд на автобусах и троллейбусах. В Управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы все это связывают с повышением цен на топливо. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Теперь не 10, а 15 рублей. Сумма проезда в автобусах по маршруту Махачкала-Каспийск повысилась. Как правило, рост цен на проезд в общественном транспорте в Махачкале происходит осенью и зимой. Новые цены в троллейбусах столицы. Теперь надо платить 13 рублей. Разумеется, что больше всего этим недовольны пассажиры. Вот для школьника же тяжело, это все равно как бы не было, да? Ну ладно, для рабочих, а которые школьники, им же тяжело, если для студентов тяжело. Многие не работают. Ну, маршрутка и быстрая, и там разницы нету особо. Пару лет там особо разницы нету. Они тоже поднимут? Ну, если это поднимут, я не понимаю. Ну, предприятие же умирает, поэтому приходится, видимо, решили так. Город не помогает предприятию, поэтому пришлось поднять. И газ подорожал. Тот газ падает, а метан почему-то поднимается. Очень плохо. Лучше это общественный транспорт, комфортный и очень дешевый. Людям очень удобно. А еще поднимать куда еще? Потому что зарплаты маленькие. Вообще не растет. Не хватает. Люди без работы много. Еще поднять зарплату удовольствие. А проезд куда еще? Зарплаты мало. И пенсионеру это очень накладно получается. Надо было по-прежнему оставлять. У чиновников Минтранса Республики свое объяснение такого подхода. Цены на топливо выросли на 4 рубля, и это влечет за собой неминуемое повышение стоимости проезда. Как вы знаете, автобусы большой вместимости ездят на метане. Метан с 1 января этого года подорожал с 11 рублей до 15 рублей 40 копеек. То есть на 4 рубля, на 40% подорожал. Поэтому это была вынужденная мера перевозчиков для содержания автобусов, для выплаты зарплаты, для купки топлива. Надо было поднять, они подняли до 15 рублей. Это тоже они подняли минимально то, что можно. В принципе, они и сегодня в убытке работают. На данном маршруте данная цена экономически не обоснована, не рентабельна. Надо отметить, что при этом стоимость проезда в городских маршрутках пока остается прежней. И, как заверили в Министерстве транспорта, она меняться не будет. Во всяком случае, пока. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.